Маленькая Лиза со своим кавалером сегодня впервые разучивает вальс. Окунуться в атмосферу царских времен детям помогает не только классическая музыка. Что-то на экране смотрела я, мне это помогало. У тебя хорошо получается? Да. Ну, молодец. Танцы не единственный повод использовать этот экран. Здесь для малышей устраивают кинотеатр с мультфильмами, а еще проводят различные занятия. Ведь интерактивная доска – универсальный инструмент. Досталась она садику благодаря акции под названием «Твои налоги, твоя школа и детский сад». Проводится конкурс каждый год. Участвовать могут все дошкольные учреждения. Призовых мест несколько. Главное, чтобы родители не оставались в стороне. У Станислава 8 детей, половина из них ходит в этот садик. Вообще в нашем садике родители очень активны. Им не надо говорить, им не надо два раза повторять. Они всегда придут, всегда помогут. Даже в день голосования мы шли на втором месте, и за ночь буквально все собрались и активно проголосовали. Правда, есть одно обязательное условие. У всех, кто хочет отдать свой голос, не должно быть долгов по налогам. В итоге уже третий год сад «Аленушка» в числе победителей. Здесь вот мы закупили во все группы уголки для книг новые, чтобы у всех было красиво. Книги все стоят. Дети в доступе ребенка, то есть в любое время может подойти, не на большой высоте, а здесь сесть, поиграть за столом. Купили вот мебель детскую. На окнах теперь новые шторы, а в спальнях яркие жалюзи. В других садах на выигранные средства оборудовали уличные детские площадки и закупили компьютерную технику. Мы сейчас опять приглашаем всех наших родителей, призываем принять в этом участие, чтобы именно ваш детский сад получил ощутимую достаточно поддержку. В этом году с первого места было 250 тысяч. И вот на эти средства можно достаточно много насущных, скажем так, вопросов решить именно по материальному обустройству детского сада. Голосование проводится на сайте администрации города. Акция продлится до конца ноября. Ася Касьянова, Жаргал Цариндашиев, новости дня.